Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня вторник, 12 декабря. Вы смотрите новости на канале Инста-ТВ в студии Анна Касаткина. Уходящий год отмечен чередой геополитических потрясений, которые оказывали существенное влияние на настроение форекс-трейдеров. И только участники фондового рынка демонстрируют оптимизм. Американские индексы уверенно идут вверх, продолжая бить один исторический рекорд за другим. Новая торговая неделя началась с бычьего тренда. Котировки фондовых индексов США возвращаются к максимальным уровням, достигнутым на прошлой неделе. Стоит отметить, что обычно индексы падают в ожидании события, которое должно произойти уже завтра, по окончании заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Таким событием является подъем процентной ставки, делающий кредиты для развития компаний более дорогими. Однако графики идут в обратном направлении, намекая нам на то, что большинство участников рынка ждут смягчения дальнейшего курса монетарной политики. Уже в 2018 году Центробанк будет еще осторожнее, занимая выжидательную позицию и откладывая следующий раунд подъема ставки. Столь пессимистичные прогнозы уже сказались на движении индекса доллара США. Трейдеры продают доллар, и график индекса USDX отдаляется от отметки в 94 пункта, преодолеть которую не позволил пятничный отчет по занятости в США, где был отмечен слабый рост заработных плат. Вчерашние данные от экспертов Бюро статистики труда США стали очередным сигналом нестабильности в американской экономике. Согласно представленным данным, в октябре уровень вакансий и текучести рабочей силы продемонстрировал меньшее значение, чем ожидали аналитики. Показатель опустился к пятимесячному минимуму. Учитывая эти сигналы и вялый рост потребительской инфляции, инвесторы уверены, что ФРС откажется от ранее озвученного плана о трехкратном повышении ставки в течение следующего года. Вы смотрели новости на канале Инста-ТВ. Всего вам доброго. До свидания.